день стоит прочитать. 9-й год. Рождение стихотворения называется «Колонна». И вновь команда по машинам, как гром. Чужое небо порвала. Лишь рев моторов, едкий запах гари дыма осел с афганской пылью на губах. И поползла колонна вереницы, быстрее и отчетливо набирает ход. Минут раньше, там, давно, остались нервы у тех парней, кто за рулем. Законами колонн тут живет. Закон один – дойти живыми, добраться к месту без потерь. Тогда мы были молодыми, хотя что было, помню теперь. А впереди дорога к перевалу с простым названием Гиндукуш. И сколько там, ребят, лежать осталось, напомнит горы. Если надо, тишиной напоют. Рука лежит на АКС-е, он лучший друг сейчас со мной. А сзади бронь еще довеска. Если что, то будь уверен, тебя прикроет, первый примет бой. Не раз броня нас выручала, и уходили, как кажется, откуда не уйти. Так раз за разом проходили перевалы, ценя лишь дружбу боевого братства на пути.